Вы на канале еще один худ, и мы продолжаем Midnight Suns. У нас здесь, собственно, я думаю, сегодня мы пойдем на сюжетную миссию. Посмотрим, что там за сюжетная миссия, потому что в последнее время мы шли только... Сундук закрылся. То есть, их можно бесконечное количество раз открывать. Вот почему они не исчезают с карты. Или я этого... А, этот я, наверное, не открыл. Я пошел открыл другой. Ну ладно. Я уже подумал, что они перезаряжаются. С другой стороны, мы можем открыть. Почему нет? Этот... я вроде бы открыл. Да, можем этот открыть. Рекавери на работ. Окей. Так, ну пошлите. А, нет, это же я уже выполнил. Да, у нас ночь. Все, что нам остается, это, судя по всему, лечь спать. Staff of one gets antsy if I don't use it every now and then. Да, судя по всему, я уже не могу воспользоваться никакими способностями. Только попробовать пойти поискать последний элемент недостающий, но сомневаюсь, что смогу что-то найти здесь. Потому что, как я понимаю, все, что могло быть сделано, уже сделано. Идемте лучше тогда начинать следующий день и пойдем... Так, что я заблудился, где моя комната? Так, ходу туда, перед казармами. С одной стороны. Давайте, да, поехали дальше. Конечно, странно, что даже побочные квесты заканчивают день. Было бы логичнее, мне кажется, все-таки не заканчивать, чтобы они не заканчивали. Так, что у нас здесь? Суперлинк. Что у нас тут? Что Ника нам пишет? Так, хочешь со мной поговорить? Ну, окей, давайте поговорим. So like Hunter, don't let this go to your head, but I think you're okay. You do? Yeah, I mean, I see you trying to make me feel included, and I thought I should take a moment to thank you for not leaving me out. Caretaker makes me feel like a child sometimes, but you don't. So like, thanks. Ну да, он просто пытается себя защитить. Caretaker sees herself as the matriarch of this team, and as a maternal figure, she tends to be protective of her own. Ugh, seriously, Hunter? Are you suggesting she's just being overprotective of me? Or just protective? Gah, you know what? Never mind. I came out here to thank you for putting your trust in me, and I'm determined to keep it positive. I guess what I'm trying to say is, I see you making an effort to not make me feel like a complete reject, and I appreciate that. I need all the allies I can get on this apocalyptic reality show because I do not want to get voted out of this abbey or off this world. Reality show? Vote? Just try and not get eliminated, Hunter. Так, ну хорошо, получили, да, friendship level. Походу, первый уровень нам ничего не дает, но второй, по идее, даст уже какие-то бонусы. Так, Team Hero Combo.
Ага, тема побили Тианлок. Окей. Так, мы получаем, да, friendship левелы. Да, можем получить какую-то особую карту с силой и многое другое. Не знаю, что многое другое имеется в виду, но идемте пока что в кузницу, как я понимаю. Начнем к нему с кузницы. Он тут еще хочет с нами Старк поговорить. Почему именно всегда Старк? Так, ты сражался в многих битвах. Так, может быть, ты со мной поделишься какой-то. Так, Critical Chance или Critical Damage. Комбат бонус получает. Или одну уязвимость всем врагам. Ну давайте 4 карты. To play и critical damage. Хотя critical chance звучит все-таки получше. Это все-таки критический шанс, а не урон. Так, ну пошлите сюда. You are gonna love this. Так, Combat Slot 2, отлично. Да, тут мы закончили с Блейдом. Давайте тут Start Research. So, how's the whole saving the world thing going? Got some upgrades for you, hot off the press, or forge. Так. Бьет врага или восстанавливает 38 здоровья. Неплохо. Так, выбрать две. Ну, кстати, это неплохо. 19 урона или 38 жизни восстановления. Звучит как план на самом-то деле. Quick Revile Strike. Ну, это такая темная карта. Давайте Holy Flame и Quick Strike. If this thing behind me turns into a giant gateway, I'm here if you need me. Так, Global Repost Boot, да, видимо, там какие-то новости. Сейчас мы посмотрим одним глазком, что там они хотят от нас. Так, ну, собственно, да, у нас не хватает здесь. Так, Дели спарринг, с кем мы можем тут спарринг устроить? Good stuff. Better than any damage. Так, кто-то еще с нами поговорить хочет. Кэрол. Так, капитан Марвел. Ну, идемте. А, вот она сидит. You ever have the feeling like you forgot something really important, but aren't sure what it is? You mean such as how I defeated Lilith centuries ago? Then yes. I'm having it right now and... Wait. I think... Oh no. Did I feed my cat before I left? Ну, я думаю, с ним все в порядке. Do not worry. Your cat will be fine on its own for a little while. Oh, it's not the cat I'm worried about. When Chewie gets hangry, well, hoo boy. Better lock your doors and windows. You cannot be serious. Actually, you're right. She just teleport right through them. You know how hard it is to get that pink goo out of the carpet?
Oh, I can't believe I did this. I just know Chewie's going to lay eggs on my pillow again. Wait, what? So much mucus. Странный разговор был. So, what do you need? Ага, то есть я типа с ним ее могу что расспросить? Sure, ask away. Опять? Так, ну давайте. Tell me about yourself, Carol. What in particular? Who were you before you became Captain Marvel? Air Force pilot. I used to fly the unfriendly skies before I was attached to the space program. And back then, I was entirely human. You are not entirely human? Not since I uncovered actual for real aliens. There was an accident with some alien tech that rewrote my DNA, and now I'm half Kree. I have never heard of the Kree. Neither had I. They have a space empire. It's crazy to think they've been around far longer than you've been alive. Так, ну хорошо. Thank you, Carol. Of course. Так, что-то нам еще хотят сказать, что у нас есть новые карты. Давайте глянем. Так, тут у нас есть хил прокачанный. Слэш дает нокбэк, но здесь 19 жизни. Можем попробовать изменить квик слэш. Holy Flame. Окей. Так, что у нас здесь? Мы ничего... А, мы можем изменить цвета. За 75. Да, зелененький, коричневый и полностью белый. Давайте коричневый, мне кажется, прикольно. Так, не обилити, но мы не, у нас не хватает там, не хватает. Так, еще нам, кстати, нужно было собрать какие-то ингредиенты, да, что у нас, грибы, вульзбейн и скилл эссенс. Давайте посмотрим, что у нас есть. Так, ресурс, так, 6. А, нужно 4 фиолетовых и 2 белых гриба собрать. Пошлите поищем. Как будто разнесло. Так, ну здесь мы можем что открыть? Ой, не то нажал. She believes in our purpose. Это... Ага, в вагоне я зайти не могу, но окей. Предположим. Я надеялся, что там будет земляной амулет. Так, что я не вижу ни одного растения. Я уже пробежал кучу мест, а все без толку. Так, ну тут нет ничего. Да, реально не вижу ни одной подходящей. Ничего подходящего, что можно было подобрать. Подозрительно. Видимо, оно не растет заново, либо растет только в какой-то промежуток. И типа после того, как ты собираешь, оно уже снова не появляется. Звучит любопытно.
Ну да, у нас тут остается только один. По идее, там должна быть земля. Как-то он странно бегает. Слишком быстро. Да, не вижу я здесь больше никаких реагентов. Так, ну давайте более систематично осмотрим каждый уголочек. Тоже какая-то непонятная то ли кнопка, то ли плита. А, видимо, это какое-то заклинание восстановления. Ну, грибами тут и не пахнет. Оп, что я прошел мимо. Но это были не те грибы. Да, нам нужно было там по 10. Что я не то нажал? Так. Да, у нас всего лишь по 8. Должно быть больше. Так, ну, судя по всему, либо я еще не исследовал какую-то локацию, потому что не может быть, чтобы так ровно по 2 не хватало везде. Что, может быть, тут все-таки сработает? Нет, ну ладно. Так, и куда я еще могу сходить? Так, если тут я уже везде был. Ну давайте сюда. Может быть, что-то вот тут еще нужно было подобрать. На первой локации, чего я не сделал. Так, ну вот куча грибов. Только не тех, что мне надо. Так, ага, вот еще дверь, кстати. Опять не так. Не так кнопка. The goddess of order approves. Так, вот, кажется, и локация с недостающими травами. На горе.
Так, журнал. Так, и снова куча разных плит. Это алтарь. Так, какие-то рецепты. Пока что непонятно, что с ними делать. У нас, видимо, еще нету никакого инструмента для этого. Так, что это такое? Мы вообще где и что это за стена слева? Ага, то есть мы в какой-то новой локации. В поисках белых грибов. Так, ну локация, конечно, большая. Тут не поспоришь. Так, мне интересно, что там за синие факелы горят. Handmade Hunter doll. Was I ever really this innocent? Maybe before I started my training. Так, берем две карты, отлично. Давайте двигаться. Кто у нас здесь? Какое-то логово. Хиром Шоу. Окей. This is witch sign. Да, witch sign. Непонятно только, что с ним делать, но предположим. Так, хорошо, я уже испугался, что я застрял. Да, я, короче, могу все двери тут пооткрывать. А что толку? Если я пока так и не нашел нужную. Blessings of the goddess. Caretaker, I never got the chance to truly know my mother, only the monster she became. Так, ну, картина. Куча всего нашли, но не так и не нашли белых грибов. Вот этот, конечно, посылай охотника за грибами. The standing stones. There is powerful magic at work here. Какие-то плиты, которые мы не можем никак изучить. Так, как там? Выше жица. Джин Грей.
Сильное призывающее пламя. Эта карта представляет инстинкт и мудрость. 10, кстати, из 20, почти половина. Так, снова книга, снова какое-то место силы. To find the next moon seal. Так, куча лора, конечно, тут насыпают прям из рога изобилия. Great seer, known as Endra Moore, is buried here. Much like Nico, her powers came dangerously close to crossing the line. But she was among the most loyal of the Midnight Suns. Так, еще одна пещера. Perhaps a witch from the Salem Coven made this. Пещера, в которой нет ничего толкового. Так, может, тут можно открыть это? Нет. Ну, просто странная пещера. Может быть, я подумал, может, там есть какой-то тайный проход, о котором нужно просто догадаться, но, судя по всему, нет. Так, интересно, что тут? Отсутствующая статуя, видимо, для которой нужно какое-то другое слово силы. Угу. Реально нет никаких грибов. Может, они только ночью растут? That is something. Но это же странно, они же не могут никуда деваться. I was always drawn to this place as a child, but somehow I had almost forgotten about it. Так, что я не понял, вот. Interesting. Может, сюда можно остальные эти куклы положить? Так, что за мистери? Я могу, кстати, посмотреть, прочитать. К
Quest items. Ну да, это считается квестовым предметом, но... Я сюда ничего не могу положить. This rubble looks loose. Intriguing. Так. Кладбище домашних животных. Так, окей. Эта дорога, по идее, это то, куда я уже ходил, да, только с другой стороны. Ну, получается... А где-то она все не здесь. Fascinating. Ну как, не то, чтобы прям fascinating. Так, ну что, попробовать еще поискать с другой стороны? Или уже не тратить на это время? Ну, давайте посмотрим. Так, ну в пещеру смысла нет идти, мне кажется. Здесь тоже ничего нет. Так, ну тут я был, там я тоже, по-моему, не могу открыть ничего. Ну да, да, я уже по кругу хожу, возможно, нужно за этими грибами прийти ночью. Но снова же непонятно. Радует, что хотя бы Fast Travel работает безотказно и моментально. Так, что у нас там вообще по... Я не помню, поставил где... А, поставил. Я там поставил как раз вот три миссии с... А, с Агатой? Агата хочет со мной поговорить? I see you found another of our mystic landmarks. These are the standing stones. Your ancestors among the blood used them to converse with the elder gods. How does that work? Members of the blood would gather among the stones and enter a sort of meditative trance. They say the gods would hear their thoughts, but the blood never knew for sure who was listening on the other end. Some of the older texts refer to a series of glyphs etched on the stones, but at first glance, they seem to have been scoured clean by time itself. Could they still be revealed somehow? You read my mind, Hunter. I suspect the glyphs are still here. They just need the right words of encouragement, if you catch my meaning. Да, где только найти эти слова. Так, ага, смотрите, вот земляной этот. В гробницу, в гробницу. This is a little cryptic. It's a clue. Don't worry if you can't solve her riddles all at once. I'll translate new clues every night. But the abbey grounds are huge. How will I know where to look? You used to love running around these grounds as a child. If you need a refresher, study your map. Так, ну это понятно. Так что он мне ходит? Зачем он его открыл? А, что это пусто?
Да, получается, в моей усыпальнице. Я что, не подумал даже об этом. Noble Ashtur guides my an elemental rod. I should take this back to the altar. Интересненько. Я как-то не подумал, да, что можно просто к обычной двери это применить. Так, наверное, можно телепортироваться, что тут бегают точно. Так, где она? Вот Агата. Алтарь Агаты. There. Finish. The moon seals are ancient talismans of the old gods. And in your case, they are the keys to unlocking an even greater gift. Is that why Wanda was here? In pursuit of this gift? Just as we started with you as a child, I allowed Wanda to experiment here, with the hope of focusing her powers through training in basic elemental magic. But that is not what happened. Wanda's connection to the old gods, to K'thon, was not the same as yours. She isn't descended from the blood, and the trials weren't meant for her. But you knew this before she started? I did. And you should understand that I regret not putting a stop to her efforts sooner. Then what really happened here? When Wanda tried to use this moon seal to access the next trial, the Bloodgate didn't open. But the seal's power did have an effect. She had visions, both terrible and somehow alluring at the same time. What started as idle curiosity became a compulsion for her. And now I am on the same path. So where is the next Bloodgate? Beyond the Standing Stones, if memory serves. Да, I doubt you'll have any trouble finding it. Так, окей. Так, Агата хочет еще с вами поговорить. We may have woken you up to save the world, but just think where the Abbey would be without your efforts, Hunter. The magical energies flowing through the grounds are converging on the altar, drawn to it like moths to a flame. As a child, it never occurred to me how important this altar was to you. Where would a fabled witch be without her various accoutrements? Just as your swords are an extension of your power, so too are my altar, the cauldron, and the library. And now that the altar has been restored? It's time we start using them to our advantage. Come by the library tomorrow night, and we'll conjure something together. Oh, and thank you again for the help, dear. Так, хорошо. Давайте в эти Standing Stones. Так, и врата где-то здесь видел. I should come back another night. А, сюда ночью нужно прийти. Ну ладно. Ночью так ночью. Так. Интересно, сработает ли на этой двери? Does not seem right to intrude in their space. Так, хорошо, побочных миссий не добавилось. Так, ну, у нас уже серия на самом деле долгая, а я думаю, стори-миссия довольно длинная, так что...
Может быть, начнем с чего-нибудь попроще? Operation Sasal. Ну, давайте сюда. Continue. Возьмем Железного Человека. Давненько его не было с нами. Так, Recovery Nanobot и один Redraw. Давайте, может быть, Draw Two Cards. Почему я не могу взять? А, вот, потому что нужно было сбросить. Окей. Так, и давайте Taunt. Погнали, попробуем. Они обычно не очень длинные. Так, что нужно сделать? Победите врагов, которые держат ключевые карты. Попробуем. Так, получает на 50% больше урона. Звучит как план. Так, Quick Slash. Ну, давайте начнем с Quick Slash. Так, Quick Blast, Redraw to add Knockback. То есть она вернется к нам или нет, что я не могу понять. Это еще и Quick. Давайте попробуем этот Blast посмотреть. Postal Double Knockback Distance. Ага. Давайте квик. Does Hydra even pay you enough to cover your medical bills? Так, тут Heroic, тут Knockback. Да, прям хорошо. Хороший такой нокбэк будет. Давай попробуем. Так, Fist of Radiance. Это неплохо. Да, мы потенциально забираем на обоих. Это прям хорошо. Так, хорошо, и что мы можем сделать? Осталось трое. Потенциально. Типа, можем сделать вот так. Хороший урон тут идет, конечно. Прям очень хороший. К сожалению, не попадаю в того. Так. А что тут? Это стоит? Да, это стоит игру. Просто оно может рандом карт, а рандом как бы не хотелось бы использовать на самом-то деле. Ну ладно, давайте откроем. Да, он хочет открывать, да, хочет открывать? Ну давай. One of the crates. See if you can't get the others.
Так, ну давайте тут ядро. Потом бим. Ну окей. Так, есть один итем, но смысла в нем немного. Можем сдвинуться, но снова же сдвинуться куда? И главное, зачем? 10 урона. Ну, кстати, 10 урона вполне. Давайте попробуем встать сюда. One of the crates. It's going to explode if you don't get that key. Так, то есть его нужно обезвредить в этом ходу. А кто держит синюю карту? Вот этот чувак с 30-кой жизни. Тут у нас нокбэк, фотон бим, который бы хорошо бы забрать этих троих, да? С другой стороны, есть у нас тут слэш. Так, 28. Угу. Ну, давайте начнем со слэша. Так, или попробуем все-таки, если сюда. Я не могу его толкнуть. Ну хорошо. Так, тут два будет три героизма. Мы сможем кого-то забрать, но мы не сможем открыть ящик, насколько я понимаю. Забрать в следующем поле. Так. Тут 28 урона, тут фантом. И... Ага, она еще и на себя вызывает огонь. Так, сколько у тебя жизни? 30. Ну, то есть... никак мы его не забираем. В целом, у нее на самом деле достаточно жизни, чтобы выдержать удар. Давайте встанем, наверное, вот сюда. Давайте перебросим это. Так, хил нам тоже не нужно. Давайте дальше. Окей. They've destroyed one of the crates. Focus on getting the other keys. I almost felt that one. Так, только один прибежал. Another of the crates is armed to detonate. Get to that key card. Так, вот и вытащил комбо-карту.
Так, окей, ну то есть это просто сильная атака, да? Комбо 80 атаки. 80 атаки неплохо, да? Но нам нужна вот эта карта, красная карточка. Тут 14 жизней. Угу. Редро, чтобы получить нокбэк. Ну, давайте, да. В целом, это, я так понимаю, единственный шанс, при котором мы можем забрать этих двоих. Бежим сюда. Да, и нам нужно взять эту карту однозначно. That was the last crate. Wipe out the remaining Hydra forces and let's get you home. Так, что у нас здесь? Photon Beam, Heroic Combo, Fortify. Ну, на самом-то деле, немного у нас тут. Надо герой комбо, некуда его класть. Holy Flame. Так, это уже поинтереснее. 22 атаки. Давайте так. Weak, even for Hydra. Да, есть у нас еще тут Fortify. Так, а сколько у них жизни здесь? 22. Переживет ли она удар? Ну, давайте попробуем. Отлично. Пережила, а значит, по идее, нас тут никто не погибнет. Так, это прям интересно. 4 раза он может ударить. Прям хорошо. I hope you are building one of those suits for me. Так, тут 29 жизней, ну давай перебросим. Да, он теперь станет сильнее. That's one shipment Hydra won't be receiving. Ну, к сожалению, да, это, видимо, потому что один крейт они все-таки сломали. Но тоже неплохо. Давайте дальше. Так, что у нас тут? Карта говорит, что да, Join Hangout. Это хорошо. Давайте посмотрим, что мы можем еще тут потратить на... Ага, это ее customization. Давайте room customization. Тоже как бы room upgrades. Что за рамка? Рамка. Новый стол. Ну это ладно, новый стол. С едой. Это, конечно, неплохо. Так, еще фоторамок, занавески. Давайте, а че нет? Так, ковер. Ну, конечно. Ковер это самое важное в доме.
Да, теперь куча рамок здесь. Непонятно, зачем нужных. Так, ну окей. Я так понимаю. Да, нам нужно вон пойти выбрать, с кем мы будем сегодня зависать. Думаю, что на этом мы и закончим тогда. Спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, подписывайтесь. Еще увидимся.